Основные права потребителя, о которых должен знать заемщик. У потребителя финансовых услуг есть не только обязанности, но и права, которые зачастую возникают еще до заключения договора. Право искать и запрашивать любую публичную информацию касательно финансовой услуги, процентная ставка, сроки предоставления услуги и другие. Право выбирать финансово-кредитную организацию и заключать с ней договор, то есть никто не может принуждать потребителя подписывать какой-либо договор. Право изучить договор в течение 3 дней. Право отказаться от получения кредита после заключения договора, но до момента получения денег на руки. Право выбрать язык договора – кыргызский или русский. Право на досрочное погашение кредита без комиссии и штрафов при условии предварительного уведомления об этом за 30 календарных дней. Право получить информацию о размере фактической задолженности по кредиту, а также измененный график платежей. Знайте свои права.